саженцы сосны крымской, в каком регионе она у вас растет и боится, как боится зимы? Сосна крымская – это подвид черной сосны. Черная мороза не боится. Ну, это тоже не боится. Вот у нас было 30 градусов, нормально все стоит, обитает. То есть. И тут я знаю, что крымская растет у нас в нашем регионе, даже рядом тут недалеко. Она довольно большая, и морозы у нас тоже бывали до 35, и неделями держались. Но ей, как я понимаю, там, как и вы понимаете, не... Даже не 15, не 20 лет, там ей лет 45. За 45 лет морозы были однозначно. И она не вымерла, ничто с ней не случилось. Да, деформировалась, потому что она все в дикой природе, в дикой среде. Она деформировалась, потеряла форму, но то, что она красивые сосны, туда ездят отдыхать люди, довольно высокое все. Ну, мы ездим туда собирать шишку. Ну, поэтому сосна крымская, не бойтесь сажать, зимы она не боится. Если она у вас прижилась, если она у нее заработала корневая система, то она никуда не денется. Она быстрее погибнет от засухи. Поэтому не бойтесь сажать, сосна крымская выдержит. Я вам скажу, что я знаю точно, 35 градусов она выдержит. Я сам с Якутии, знаю, что такое морозы. Еще раз говорю, если я говорил в видео, то знаю, что такое морозы. 40-45 это там, это считается тепло. Но дело не в этом, а дело в том, что если вы сажаете сосну крымскую, если она прижилась, то никуда она не денется, будет расти. Она обгореть может, от засухи может умереть, но замерзнуть. Вообще все хвойные, кроме южных кипарисовиков, например, семейство кипарисовых и в основном самих кипарисовых, кипарисовики, ну, они, да, тяжело, они там в Крыму растут, в Черноморском побережье, да, им там уютно и приятно, а у нас они, даже у нас они погибают. Опять же, выйдет видео, у меня есть кипарисовик Клавсона, как он обгорел в этом году. Один день было минус 30, ну, неделя где-то стояла минус 25. Было солнце и ветер холодный, и он обгорел. Ну, вы увидите, я думаю, это видео, посмотрите. Поэтому вот так. На этот вопрос, я считаю, я дал ответ. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик».